Куда уходит детство? Какие города? И где найти нам средства, чтобы вновь попасть туда? Оно уйдет неслышно, пока весь город спит и писем не напишет, и вряд ли позвонит, и вряд ли позвонит. И зимой, и летом небывалых ждать чудес будет детство где-то, но не здесь. И в сугробах белых, и по лужам у ручья будет кто-то бегать, но не я. Аплодисменты! И тут сразу же Мария пишет, какая все-таки талантливая девушка, танцует, поет, ведущая на моем ТВ, диджей, ух, какая молодчинка, убеждаю, что ведущие на моем ТВ исключительно талантливые люди.